Мы женщины. Мы хотим быть красивыми. Мы хотим быть любимыми и желанными. Мы просто хотим быть счастливыми. Меня зовут Аня. Недавно я стала мамой, и моя жизнь в тот же момент разделилась на до и после. Раньше я очень хотела ребенка, теперь я очень хочу спать. Моя подруга Юля. Юля закончила факультет журналистики и мечтала работать по специальности. Теперь журналистика отошла на второй план. И Юлю больше интересуют происшествия и катастрофы в собственной семье. Что ты проглотил? Свисток. А это моя вторая подруга, Вика. Вика в поиске. Она ищет доброго, умного, романтичного, обеспеченного мужчину. Все это должен быть один и тот же человек. Вот так и живем. Кто-то по уши в пеленках, кто-то по уши в быту, а кто-то ждет, пока по уши влюбится, чтобы пережить все эти заботы. Я Андрей. Привет, Андрей. А тебя? Что меня? Я Виктория Смирнова, в смысле, я Вика. Ну, я, конечно же, Смирнова, но это сейчас не важно, правда. Чем занимаешься? Где работаешь? Я... Вика меняет мужчин, как перчатки. А перчатки по долгу профессии она меняет после каждого мужчины. Дело в том, что Вика андролог, мужской врач. Андролог? Интересная профессия. Это те, которые лечат... Ого! Созвонимся. Пока. Стоматолог. Вот как выглядит настоящая зубная фея. Кого-то природа наградила длинными ногами, кого-то выразительными глазами, а кого-то идеальной фигурой. Но есть то, чем природа одарила всех женщин. Это счастье быть мамой. Огромное женское счастье. А сами какашки по себе, они оформлены? Нет, не оформленные. Девочки, а может, сменим тему, а? Ну, 20 минут про какашки как-то. Паш, не надо, иди по дереву! Ну, это бесполезно, а? Илья, не ходи в песочницу, туда Паша сходил. Паш, смотри, мой свисток. Папа. Папа? Нет, папа. Непорочное зачатие. Андрей у нас пластический хирург. А что бы вы во мне изменили? Ну, так, чисто теоретически. Ага, и во мне тоже. И вот тут немного подтянуть. Я надеюсь, никого не обидел? Не, ну, вроде все по делу сказал.